Нам сейчас очень важно поддержать врачей, медицинский персонал, особенно тех, кто работает в поликлиниках, потому что они менее защищены и испытывают дефицит масок, очков. Это на сегодняшний день ситуация во многих поликлиниках присутствует. Поэтому хотелось бы, чтобы штаб взял эти вопросы на контроль, потому что нам важно здесь сделать все для того, чтобы врачи чувствовали поддержку и сами не становились инфицированными, исполняя свой врачебный долг. Еще раз хочу подчеркнуть, что те, кто работает в поликлиниках, ходят по вызову, встречаются с пациентами и должны быть защищены. Нет в достаточном количестве масок, нет в достаточном количестве других защитных средств, и хотелось бы, чтобы этот вопрос, не самый сложный, мы как можно быстрее сняли с повестки и решили его.